Всех приветствую на своем канале. Продолжаем снимать обзорчик про игру The Forest. Итак, с нашего прошлого сохранения прошла ночь, вот уже утро. Мы проснулись, черепахи так и ползают. Вот. Я вот тут хотел покрафтить. Научиться. Так, проголодались. Докусануть. Покрафтить хотел, посмотреть, в общем, остров. Что тут вообще имеется на нем. Вот. Жарится, да? Нормально. Вот, будем учиться дальше, продолжать готовить, строить. Вот, хотелось бы, конечно, сначала осмотреть все. Вот. Плохо, никакой карты нету. Что как-то не видно тут, непонятно. Почему? Так, как тут ориентироваться? Видно, тут что-то где-то искать нужно. Блин, да что, я горю, что ли? Блин. А, воду, 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 воду. О, да-да. Даже персонаж такой сделал. О. Блин, можно и спалить себя так. И штаны, и труханы. О, мяско готово. Ну-ка. Ну, вроде ничего так. Сойдет. Надо еще будет черепаху попробовать. Как она. На вкус. Так, ну что? Надо выдвигаться, наверное, потихоньку. Пробовать смотреть, короче, что там на острове вообще происходит. Я еще хотел к тому дубу сходить. Ну или большому такому дереву. Здоровенному такому. Посмотреть, что там интересное место такое. Я думаю, места эти значимые. Не просто ж так их создавали. Вот. Так, что тут у нас? По крафту у нас... Блин, тут подпунктов много. Угу. Так, так, так. По огню понятно, по палаткам. По этим, по убежищам понятно. Можно ловушки делать. Ага. Фундаменты даже. Скамейки. Капканы. Ага. О, плод. Сос. Угу, задание. Тимми это сын персонажа, скорее всего. Угу. Ну, это мы тут разобрались, подпункты. Так. Угу. Это фотки, которые мы собирали. Тут, в принципе, с большего как бы тут интуитивно понятно. Конечно, на все по ходу. Это надо практика, практика. Это надо потихонечку все щупать, так сказать, трогать, крафтить. Потихоньку оно отложится и все нормально будет. Палку можно использовать вместо топора. Биться, отбиваться тоже. Блин, я хотел бы сделать какое-нибудь копье, может, или что-нибудь. На двух палок не хватит. Угу. Схемы. А что интересно, из плат можно сделать? Ладно. Посмотрим. Не, она только одна, надо будет еще посмотреть. Может, это найдется еще. Видно было, что шкала не заполнена. Ладно. Пойдем посмотрим, что у нас тут происходит. Здесь мы уже все собрали, вроде как.
Да, пойдем к дубу сходим. Хочу сходить посмотреть, что там. Так он и манит. Ну, красиво, красиво. Быстро выдыхается персонаж. Хорошо, что хоть газировки много с собой. Цветочки какие-то, они съедобные хоть. Да. Тут, походу, местные аборигены совсем оборзели уже. Я надеюсь, это не те люди, которые с самолета. А может, и они уже. Так, что тут у нас вообще есть? Вроде ничего такого особенного. Цветочки, камушки. Ну-ка, что там у нас на краю? Да. Как-то тут грустно что-то. О! Там еще корабль какой-то. Надо будет тоже потом сходить. Блин, еще голова. А что они им зубы воткнули? Фу. О, может, сломать можно? О, нормуль. Еще палочки, хорошо. Так. Кушаем, кушаем, собираем. Собираем, кушаем. А это что такое? О. Да что такое? То ли колется что-то, то ли что, непонятно. Да что такое? Блин, странно как-то. Непонятно, что это такое, ну да ладно. А ну да ладно, пойдем дальше. Погуляем. О, здорово, местный аборигенчик. Блин, опасен или не опасный? Надеюсь, он нападать не будет. Давай тихонечко. На картонах, на картонах. А он меня не видит. Нормально. Сейчас тихонечко пройдем. А интересно, на палатке на этой можно сохраниться? А, во, еще сейчас микросхема будет. О, нормуль. Бутылочки. А, у нас уже хватает, я понял. Ладно. Так, он ушел. Кастрюлька. Ништяк. Изолента. А тут сохраниться можно, интересно? Че, нельзя, что ли? Да ладно. Вроде ж на всех палатках можно сохраниться. Я так понял. Странно. А, во-во-во, можно. Ну-ка, ну-ка. Да что не нажимать? Ай! Ого-го, набежал. Раз, два, два. Ребята, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я с миром? Я с миром. Пацаны. Не хочу неприятностей. Давай-давай-давай, сохраняйся. Блин, теперь даже спокойнее стало. Мужики, идите в жопу. Я не хочу с вами это. Тут бороться. Давайте не будем, а, мужики. Давайте, я тихонечко пойду, и вы своей дорожкой, ага. Все-все, пока, я пошел. Блин. Я тебя сейчас посмеюсь. Иди в жопу. Блин, стрёмно. Но они вроде как без оружия. Блин, мне показалось, ли он что-то в меня кинул. Охренел, что ли? Ладно.
Если будут нападать, будем, так сказать, сражаться с ними. Ладно, пойдем дальше. Какие-то вышки смотровые. Так, дальше что-то тоже прорисовывается интересное. Ну ладно. Вроде они идут. Ладно, хрен с ними. Марские звездочки. Их можно собирать? Они съедобные вообще? Да, нет, что-то не показывает. Так, я аж могу сюда забраться, интересно, да? Веревка какая-то, лестница или что это? А, не, по веревке можно, да? Ну-ка. У. Прикольно, прикольно. Давай, давай, давай посмотрим. Хуба! Ну и что? Типа смотровая вышка? Это аборигены строили или кто? Непонятно. Вдаль смотрят на острова там. Блин, надо будет на тот корабль сходить потом. Так, как тут? Опять есть лезть? Так, мясцо. Бифштекс летает. Ладно, пойдем дальше. Хрена себе пень здоровенный. А он рубится, интересно? Это ж пень, да? Дерево, ну. Ну, дерево, но не рубится. О, чемоданчики. Да что такое? Все забываю, надо вниз направлять, тогда будет лучше намного. Опа. Ну вот. Да елки. Еще раз. Вот. Собираем все. Нам все пригодится. Пока вроде помещается. Батарейки для чего-то. Потом разберемся по ходу дела. Что для чего тут? Еще батареечки, нормуль. Кто-то мурчит, блин. Чайка, ты что ли? Не урчи. И сука. Блин. Я тебя сейчас поругаю, не ругайся. Ругается она. О, зайчишка. Стой, 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 братан. Вот ты какой шустрый. Тру-тру-тру-тру-тру-тру. Смешный. Я так понимаю, их тоже ловить можно. Типа вот этими ловушками, которые там крафтить можно тоже. Его так, наверное, фиг словишь. Не поймать его так, ладно. О! Еще аборигены. А что они там делают? Одному хреновника, что ли? Он делает блюэ? Эй! Ладно, лучше их, наверное, не трогать. Тихонечко обойти. Че они там? Блин, да кто там смеется так? Страшно. Жесть. Так, что тут? О, веревка. Нормуль, нормуль. Собираем. Тихонечко их обойти. Ну их нафиг. Опасно. Так, и тут они тоже тут понаставили, да? Для устрашения. Еще заяц. Хе-хе. Заяц побегает. Смешный такой. Попугайчики. Выносится. Шустрый. Интересно, они только по одному или группами тоже могут бегать? Да, скорее всего, по одному, наверное, носится. Ну-ка, иди сюда. Дорогу мне показывает. Давай, веди меня, Сусанин. О, теннисный мячик. Лови. Фас! Блин.
Так, а что тут за контейнеры такие? Смотреть, что с ними тут. Типа сухогрузов они рассыпались. О, вот и схемы, нормально. Нормально, вот сейчас насобираем, кстати. Я хотел посмотреть, что там из схем делается. Сейчас попробуем покрафтим что-нибудь. А тут ничего и нету. Ну а тут, я так понимаю, в этих коробках семя, да? Да. Схемы. Это хорошо. О, все, они лезут уже больше. Блин. А их как-то разломать, собрать что-то можно? Не, никак. Никак. Да что? Совсем нельзя скрафтить. Так, а что там? Где это, блин? Тут, я так понял, свои постройки. Так, капкан на зайцев, кстати, надо будет потом замутить, попробовать. Ну, так я наводил на шестеренку курсор. Тоже вот и написано. Навести на курсор. Ой, курсор на шестеренку навести. Но я попробовал почему-то. Или я не так понял. Ладно, разберемся по ходу дела. Короче, пока занимаемся исследованиями. Потом их... с микросхемами разберемся. Ну это что можно скрафтить, да? Непрочное копье, стрелы, самодельная дубина, снегоступы, та-та-та-та-та. О, копью. А можно улучшенное сделать. Нужны кости и тряпки. Две тряпки и три костяшки надо. Но у меня костяшек нет, у меня есть только черепушка. Прикольно. А где взять кости? Угу. Наверное, блин, кого-то съесть надо. Или найти их, они, может, где-то валяются. Как-то это все дело до кучи собрать. О, о, блин, нормально. Урон так себе вроде бы. Ну, копьем, я так понимаю, можно на расстоянии драться. То есть к тебе близко никто не подойдет. Все, я понял. Просто направляешь, он тебе показывает, что нужно.
Из вот этих плат делается взрывчатка. Там монету нужны, бутылка, ну вот эта выпивка, я так понял, это типа она как поджигательная смесь идет. Угу, часы надо, изолента. Все есть, кроме часов, да? Угу. Никак не лезут. Ладно, хрен с ними. Ось. Окно. Так, что тут у нас? Список. Что везли, да? Угу. Ладно. Не пробивается. Пойдем дальше, короче. Так. А толку? Не берется все равно. Да, не берется, ладно. Снежные горы. Снегоступа там я видел, еще можно скрафтить. Значит, можно и по этим горам бегать. Но это потом. Может быть, следующую серию снимем. Про снежную гору. Если до туда доберемся, сейчас по берегу пойдем. Посмотрим, что у нас есть. Поизучаем местность. Хочется все посмотреть, так интересно. Блин, везде абориген, они везде наставили этих голов. Это речка или что тут, завось? Блин, персонаж быстро устает. Быстро пополняется, нормально. Какие-то постройки. Блин, там, наверное, село аборигенов, и там тоже. Я на них тут не нарвусь случайно. Ну вот так вроде биться можно. Но если что, будем отбиваться, а что сделаешь? Будем копье экспериментировать. Как оно урон наносит. Как вообще с ним драться можно. Ну я так понял, они не всегда нападают. Я вот уже сколько их, два раза видел, да? Не напали ни разу. Ну так, следили за мной, смотрели, что я делаю. Но судя по вот этим головам, они нападают и очень даже неплохо. О, зайчик. Так, а как? Блин, нету прицела. Тут понял, ловушки на зайцев тут уже кто-то делал. О, мухи летают. Веревочки. Деньги. А, в костер можно кидать, точно-точно. Ветер поднялся, наверное, дождь начнется. Или шторм. Геккон. Это же геккон вроде был, да? Да что такое с этими цветами? Че, я как не съем они? То ли колючие, то... Ну что вот это такое? О. О, пещера. Блин, интересно. Давай сохранимся. Подожди, не понял. Что-то не нажалось. Или что это? Ладно, потом. А во, еще палатки. Смотри-ка. Слушай, темнеет, надо было бы где-то переночевать, наверное, туда. Так, что у меня все как-то... Так, копье, палки, палки. Но они точно так не крафтятся. Какая-то ерунда получается. Не, лежачие не рубятся.
Надо готовые сразу делать. Еще палатка какая-то. А вот возле этой нельзя сохраниться. Только возле той. Блин, темнеет. Надо, короче, костер сделать. Блин, вообще моментом стемнело. Так, пойдем, короче, наверное, костер сделаем. На всякий случай. О, нажалось наконец-то. Хорош. Ну, уже проще. Надо погреться, может покушать, что-то сделать. Сейчас попробуем. Это что? Это кто? Блин, я хочу мира. Я не хочу драться. Зуб полетел. О, тихо. Еще зуб полетел. Блин, да как ты прыгаешь? Ой, сука. Первый побежденный абориген. И что, а взять его можно? И что мне с ним делать? Куда мне его нести? Надеюсь, что-нибудь. Гекконы бегают. На пляж положи, чтоб не потерялся. Пусть пока тут полежит. Не знаю, зачем их носить можно. Бля. Ну что я сделал? Ну куда я его вот, блин? Как я его теперь найду здесь? Куда я его швырну? Вам холодно и мокро, развить огонь, чтобы просохнуть. Блин. Я взял и выкинул копье. Трэш. Хорошо, что хоть палки есть, ладно. Не, так не делается. Не скрафтится так. Так, надо палок набрать, в общем. И сделать костер. Я так понял, с пальца, короче, да? Вот пальцем показываешь. Нет, выше летит пальца. Блин, он что, рандомно летает как-то? Да тише, не каркай. Ну, выше летит. Не понимаю. В общем, привыкнуть надо, короче. Вам холодно и мокро, блин. Мне холодно и мокро. Так, где-нибудь тут костерчик сделаем. Так, костер. Да простенький сделать и все. Вот тут где-нибудь, да. Может, и в палатке переночуем туда заодно. Да что такое? Блин, мы уже аборигены опять набежали. Надо еще пару веток. Хотя бы шоколадки схавать немножко. Пойти пару веточек найти. А с этой можно? Ну-ка. Блин, опять аборигены там бегают, задолбали. Палка-палка. Вот. А, ну они мимо побежали. Это патруль. Пляжный патруль. О, нормально, можно огонь. О, сейчас будем греться. Хорош, хорош, хорош. Ну вот. Уже лучше. О, тепло. Блин, это кто? Это босс? Это их вожак. Вожак аборигенов ко мне идет. Переговоры.
Блин. Ну я надеюсь, они не будут драться со мной. Ребята, давайте жить дружно. Не рычи. Чё рычишь? Я хочу... О! У нее сосцы! Это она! Сосцы! Они защищают друг друга! Блин, я горю! Я горю! Дети в жопу, я горю! Блин! Сюда иди! Не кричи, блин! Ух ты, блин! На! Блин, да ёлки-моток, идите в жопу! А! Беги, 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 беги! Восстанавливай здоровье, давай, давай, раз. Ну, ну, ну. Блин, а почему не восстанавливается? Я ж нажал, нет, не нажал. Еще одну. Блин, не восстанавливается почему-то. А нет, идет, идет потихоньку восстанавливается. Но как-то очень мало, надо быстрее. Блин, как-то медленно бегает. Ну. Блин, здоровье медленно восстанавливается. Блин, там еще подходят. Что-то у меня плохое предчувствие какое-то. Блин, тут вокруг еще рычат эти. Ох, блин. Туля. Ни хрена себе. Еще мансует. Блин. Блин, все, жопа. Там еще бы набежало их до хрена. На. Все. Пипец. Это пипец. О, меня тащат куда-то. Может, не надо? Нормально так меня подвесили. Порик. Блин, это тут кого-то разделывали, походу. Это, походу, пассажиры все эти.